Punjabihari Jai Radha Madhava Punjabihari Jana Vala Ba Giri Varadhari Jaya Jana Vala Ba Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vala Ba Giri Varadhari Yashodhananda Vraja Janarangana Yashodhananda Vraja Janarangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Punja Vihari Bihari Jaya Radha Madhava Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Шримад-Бхагаватам, песня 10, глава 85. Господь Кришна дает наставление Васудеве. Текст 50. Ита этан пранешьямом. Матришока пануктае. Татахша патвинир муктам. Локам ясьянти виджвара. Ита этан пранешьяма. Матришока панутае. Татахша патвинир мукта. Локам ясьянти виджвара. Ита этан пранешьяма. Матришока панутае. Татахша патвинир мукта. Локам ясьянти виджвара. Пожалуйста, повторите. Матриджи, да. Ян, пожалуйста. Матриджи. Ита, отсюда, этан, их, пранешьяма, мы хотим забрать, матри, их матери, шока, скорбь, апанутае, чтобы рассеять, тата, затем, шапат, от своего проклятия. Винир мукта, освобожденные, локам, на свою планету полубогов, ясьянти, отправятся, виджвара, избавившиеся от лихорадки. Перевод. Мы хотим забрать их отсюда, чтобы рассеять печаль их матери. Затем, освободившись от последствий проклятия и всех своих страданий, они вернутся домой на райскую планету. Комментарий. Как отмечает Шрила Прабхупада в комментариях к 5 и 8 стихам 2 главы 10 песни, сыновья Маричи были прокляты за то, что оскорбили Господа Брахму. Вдобавок, к этому их проклял Хираньякашипу, сказав, что в следующей жизни они умрут от руки отца. Это проклятие сбылось, когда Васудева позволил Камсе убить их одного за другим. А, и также мне сказали, что нужно прочитать следующий стих, 51. Смарод гитах баришванга патанга кшудрабхит грихнин. Шадиме амат прасидина пунар ясьянти садгатин. По моей милости эти шестеро, смара, удгита, парешванга, патанга, кшудрабрит и грини вернутся в обитель чистых святых. Комментарий. А так звали этих шестерых детей, когда они были сыновьями Маричи.
в Шримад Бхагаватам 10.1.57 говорится, что старший из них, Смара, родившийся у Васудевы, получил имя Киртиман. Васудева очень боялся нарушить свое обещание и оказаться лжецом, поэтому, превозмогая боль, он отдал своего перворожденного сына, которого звали Киртиманом, в руки Камсы. Ом агьян тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатрубешча крипа сингупья эвача патитанам паванибью вайшнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Вацади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Приштая Будали Чимати Бхакти Виданта Свами Нитьянамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша шуньявади пашчатья дэйша тарине. Итак, мы читаем главу. Господь Кришна дает наставление Васудеве. И тут фрагмент, текущий фрагмент главы, это о том, как Кришна, желая исполнить желание своей матери Деваки, пришел в обитель Бали Махараджа, в один из низших миров, для того, чтобы забрать шестерых сыновей, которые появились у Деваки в тюрьме, прежде чем появились Баларама с Кришной. И здесь разговоры между Бали Махараджем и Господом Кришной. Немножко в прошлый раз я об этом рассказывал, что эти шесть сыновей являются символами шести внутренних врагов души, которые должны быть уничтожены, прежде чем появится Баларама, как представитель, как истинный духовный учитель. Потом он дает процесс преданного служения, который символизирует Субхадра, внутренняя энергия. И, в конце концов, появляется Кришна Джаганнат. Но это, скажем, такое символическое значение этих шести врагов, которое Шрила Прабхупада объясняет в 10-й песне Бхагаватам в начале. Но здесь речь идет о реальных событиях, что до того, как эти шестеро сыновей Деваки были убиты, тоже какая-то причина. Да? То есть можно сказать, что да, это вожделение, его нужно убить. Но в данном случае это были вполне конкретные личности, которые символизировали эти шесть грехов. Они-то в чем провинились, не? Вот. И здесь дается предыстория в одном из предыдущих стихов, что в действительности так случилось, что они были сыновьями Маричи еще на заре творения. Маричи – один из первых сыновей Брахмы. Вот, то есть у Брахмы четверо сыновей – это кумары, которые не участвовали в процессе творения. Они представляют такой аспект знания, а потом для того, чтобы дальше наполнять Вселенную другими живыми существами, Брахма, сказать, сотворил из своего тела еще семь сыновей. Одним из них является Маричи. Вот. И, значит, вот у этого Маричи было шестеро вот этих вот самых сыновей с такой немножко, как кажется, неудачливой судьбой. И там объясняется, почему. Что Брахма... Они посмеялись над Брахмой, посмеялись с ним над своим отцом, так сказать, главой сампрадая, над первым живым существом. И для этого, казалось, были все законные основания. Вот, что когда Брахма испытал вожделение к собственной дочери и, значит, погнался за ней, то его же сыновья, вернее, не его сыновья, а эти самые... Господи, я уже запутался маленько, сыновья Маричи, то есть одного из сыновей Брахмы. То есть они были его кем? Внуками, да? Над своим дедушкой, вот так, правильно, да, это я уже чуть-чуть это самое запутался. То есть получается, что эти сыновья Маричи, то есть сына Брахмы, посмеялись над своим дедушкой, когда увидели, что дедушка их вот в таком состоянии находится. И
Казалось бы, ну, что тут такого, да? Все, да, дедушка повел себя недостойно, внуки посмеялись, но результат – проклятие. И здесь нужно понять, что за этим всем стоит. Вроде бы они ничего такого плохого не сделали, это же не они же за этой дочерью Брахмы погнались, вот, это Брахма. Вот, и им это показалось, ну, таким недостойным, постыдным действием, вот, и поэтому они выразили свое вот такое вот эмоциональное отношение. Но когда речь доходит о таких великих личностях, как Брахма, то совершенно очевидно, что когда они что-то делают, может быть, не совсем так, как полагается, это не то же самое, что делают, допустим, обусловленные полностью живые существа в этом мире. Вот, и совершенно очевидно, что Брахма – это неординарная личность. Это личность, которая прожила, так сказать, либо это полностью душа, которая пришла только из духовного мира, то есть фактически, скажем так, минимально обусловленная, да? Либо она поднялась, прожив 100 идеальных жизней в материальном плане, по правилам варнашрама, так она стала Брахмой, так или иначе. То есть джива, прямо скажем, экстраординарная. Вот, и поэтому, когда вот такая вот экстраординарная джива что-то такое делает, что, ну, кажется, не соответствует социальному этикету, то здесь нужно понимать, что она является прямым инструментом в руках воли Кришны. То есть Брахма – это тот, через кого Кришна творит материальный мир. Поэтому 10 главе Бхагавад-гиты «среди творцов я Брахма», он объясняет. Вот, то есть это очень, так сказать, возвышенная душа. Если очень возвышенная душа делает какую-то вот такую, ну, вроде как глупость, да, очевидную, здесь перед тем, как реагировать, нужно 10 раз подумать. Вот. Но эмоциональные реакции, нам достаточно сложно их как-то контролировать, сдерживать. Они сначала вырываются, а потом мы думаем, ох, что-то я там зря сказал, или как-то там среагировал не так. Вот. Потому что мы знаем, что предшествовало этому. Брахма провел 1000 лет в медитации, он был полностью, так сказать, очищен медитацией на Гаятри, в его сердце открылся океан истины, то, что мы читаем в Откровении Брахма Самхите, там все эти вещи. То есть это джива невероятного уровня. Вот. И тем не менее, если даже с такой дживой что-то такое вот происходит, кажется постыдное, совершенно очевидно, что это воля Верховного Господа. Возникает вопрос, странная воля, да, что это, зачем это так? Вот. И выясняется, это в третьей песне Бхагаватам описывается, что когда Брахму вот это вот обуяло вожделение, все это произошло, он сам потом устыдился всего этого и говорит, что вот это вот его тело, вожделение, оно как бы, оно он его оставил. И оно таким, таким мрачным каким-то таким вот туманом или таким каким-то пеплом спустилось на материальный мир и покрыло сознание живых существ. Вот, то есть выясняется, что Кришна использовал Брахму для того, чтобы создать, ну, некий такой, что ли, может быть, какой-то первичный прецедент вот этого состояния такого греховного. Потом Брахма от него быстро избавился. Все, он освободился, все это в огне собственного стыда, раскаяния, все это сгорело. Он оставил это тело и продолжил процесс творения, как ни в чем не бывало. Скажем так, переродился, преобразился и все, да. Вот, а это тело теперь, вот это вожделение, которое Брахма оставил, оно опустилось вот таким вот туманом на все эти миры, которые он создал. И теперь живые существа в этом состоянии пребывают и творят всякие разные непотребные вещи. Вот, то есть выясняется, что это был замысел Верховного Господа, который никак не бросает тень на Брахму, он продолжил свое служение и так далее. Но вот этот вот конкретный текущий момент, он выглядел странно. Да? И поэтому эти сыновья Маричи вот так среагировали. Но когда идет вот такая, как критика или насмешка в адрес личности вот такого масштаба, как Брахма, это совершенно очевидно
имеет последствия. И этими последствиями стало проклятие. Вот. И причем это проклятие, они от него долго не могли избавиться. Вот. То есть они его переносили из жизни в жизнь. Вот. То есть они родились как сыновья Хирони-Кашипу. Вот, а, значит, он их убил и сказал, что они еще раз будут убиты. Вот, и потом они появились, значит, уже из чрева Деваки, поскольку Васудева, когда он с Камсой заключал договор, значит, когда этот голос с неба сказал, да, что вот, Камса тебя убьет, восьмой сын Деваки, вот, и Камса хотел убить Деваки сразу, вот, чтобы вот, на корню всю проблему решить, но это был день свадьбы, Васудева говорит, надо сейчас как-то вот срочно решить кризисную ситуацию, а дальше будем уже по мере, так сказать, необходимо решать вопросы. Он уговорил Камсу, что все, подожди, сегодня свадьба, это твоя сестра, там может еще и никаких детей не будет, что-то еще как бы будущее впереди, а ты уже сейчас так спешишь. То есть, короче говоря, он как-то сумел его уговорить, что не надо сейчас поспешных делать действий, потом дети будут рождаться, я тебе даю честное слово. То есть я царь, кшатри, кшатри, они обычно держат свое слово, все, я тебе отдам своих детей, вопросы решим. Вот. И Камса поверил ему, и здесь говорится, что Васудева очень боялся нарушить свое обещание. Сказал, царь сказал, слово чести офицера, скажем так. Вот. И он вынужден был отдавать вот этих вот детей. Он, конечно, сам тоже эту всю предысторию не знал, Васудева. Для него это были просто дети, да? А здесь, благодаря Шримад Бхагаватам, мы прослеживаем их биографию глубинную, что они были сыновьями Хирони-Кашипу, вот там, значит, и сыновьями Маричи. То есть мы видим, что вот эта вот насмешка, она им очень дорого стоила. Через рождение они несли вот это вот проклятие. Вот, потому что они не просто там над кем-то посмеялись, а они посмеялись над Творцом Вселенной, который фактически является гуна-аватарой. Гуна-аватара – это личность, особенно уполномоченная Верховным Господом. И вот это интересный момент. Потому что в нашем мышлении все выглядит немножко не так. Для нас такая вселенская картина – это слишком-слишком широко. Мы мыслим такими простыми, сиюминутными ситуациями, вот, и у нас есть такая склонность, как идеализация, скажем так, и еще два таких понятия, как очарование и разочарование. То есть мы все очаровываемся. Вот, если мы очаровались не совсем правильно, потом мы разочаровываемся. Вот, и очень сложно увидеть в каких-то сиюминутных ситуациях что-то более высокое, какую-то связь с Кришной. И, может быть, не всегда ее нужно видеть, особенно когда речь касается каких-то, может быть, ну, рядовых персонажей. Вот, потому что иначе мы любую свою глупость скажем, вот, видимо, Кришна захотел, чтобы я там что-нибудь такое сделал, да, глупое. Вот, но какая моя роль в играх Кришны? Минимальная, да? А роль Брахмы в играх Кришны, она максимальная, очень большая. Хотя мы можем посмеяться, что Брахма не узнал в Кришне Бога, там вся эта Вимахана Лила и так далее, которая... Тем не менее, Брахма принял активное участие. Вот, и где-то даже какой-то вот, ну, его стыд, его ситуация нелепая, в которую он попал, тем не менее, она попала в историю, мы на этом учимся. То есть где-то как-то Кришна, так сказать, немножко его над ним там пошутил и так далее, вел его в иллюзии. Мы думаем, ну какой Брахма, да, мы бы такого не допустим. Мы бы Кришну сразу точно узнали бы, да. А вот а Брахма такой большой и не узнал, да ха-ха-ха. То есть как бы мы все время в своих субъективных оценках, хочешь не хочешь, пока у нас есть ложное эго, ставим себя немного выше того, кого мы критикуем. Иначе какая причина этих сыновей Маричи критиковать Брахму? Они не ровня Брахме, понимаете? Они не ровня Брахме. Но сам факт, что они посмеялись над ним, это обозначает, ну то есть это настолько смешно, то есть я бы себе такого не позволил. Имеется в виду, понимаете, да? Что когда мы смеемся над кем-то, мы говорим, ну позор, да, то есть это обозначает, что ну как можно такого опуститься? То есть я бы себе такого не позволил. То есть такая подспудная мысль. Мы, может быть, таких слов не говорим, но это имеется в виду. Иначе нет никакой другой причины, кроме этой насмешки. Понимаете? Вот. То есть так работает ложное эго против нас. Та же самая, примерно та же самая ситуация произошла, мы знаем, в шестой песне Бхагаватам,
когда Читракету позволил себе, так сказать, комментарий, да, когда он увидел Господа Шиву, и у него на коленях сидела его супруга Парвати и общество мудрецов, и Шива там что-то вещал, да, и этот Читракету в своей такой эйфории, он же как небожителем стал, да, вот в каком-то летательном корабле, сверху так летит, поплевывает на все, да, и тут он видит, значит, Шива сидит с Парвати на коленях, вот, кажется, какая-то, ну, непозволительная сцена. Представьте себе, здесь сейчас сидела бы моя жена у меня на коленях, я вам лекцию читал, да, казалось бы, ну, немного странно сказать, жена женой, она у тебя дома, а здесь у тебя лекция, да, как бы несовместимые немного ситуации, ну, обычные. И тут вот абсолютно копейка в копейку вот такая ситуация, да, и Читракету себе позволяет, да, комментарий. То есть мы же все любим комментировать, да, оставьте лайки, не лайки, все, вот мы же нам, наша способность, наша тенденция комментировать все. Я же не могу пройти мимо ничего не сказать, но я же не равнодушный человек, правильно? Вот. Я должен обязательно поставить пальчик вверх или пальчик вниз, да, или там какое-нибудь слово, да, что, а, ну вот, ну, конечно, что, чего еще можно было ждать, да, то есть все комментируют и так далее. Вот, то есть это тенденция у живого существа с позиции ложного эго обратить на себя внимание. Вот если я не комментирую Бхагаватам, ну хотя бы я прокомментирую какую-нибудь глупость в интернете очередную или что-нибудь еще. Вот, и вот, пожалуйста, один комментатор, вернее, этих семь комментаторов, шесть сыновья Маричи, потом еще один комментатор, вот этот вот Читракету. Вот, и мы знаем тоже его историю, что как только Парвати, причем Господь Шива, он отнесся к этому совершенно спокойно, он такой в этом плане отрешенная личность. Но женщины в этом плане, они более, так сказать, эмоциональны и быстрее реагируют на все эти вещи. Она была возмущена до глубины души. Ничего себе сказать на ее мужа и на нее вот такой комментарий поступил. Она говорит, да кто такой вообще? Значит, и сразу его раз, значит, к ногтю. Вот, и прокляла его, и мы знаем, что Читракету, он стал потом этим Вритрасурой, демоном, который сражался с Индрой. Вот. То есть, казалось бы, ну, да, вот ситуация, вот какая-то она не вписывающаяся в наши понятия. Но когда мы видим, что в ситуацию вовлечены личности такого масштаба, как Брахма и Шива, тут бы попридержать язык, понимаете? Вот. Но вот это вот едва сдерживаемое желание комментировать, вот, оно подвело и этих шестерых сыновей Маричи, и того же самого Читракету, и наказание вот такое. Проклятие, рождение в каких-то там либо демонических формах жизни и так далее. То есть мы видим, что через эти истории все Кришна учит нас немножко контролировать свой ум в наших же собственных интересах, потому что язык так чешется, так хочется вообще что-то сказать, да, вот это вот вача-вега, потребность говорить, потому что, ну как я себя проявлю, все же должны меня услышать, да, я должен что-то сказать. Вот. И, в общем-то, да, причем это даже не действие, это просто слово. Видите, какие реакции за слова могут быть. Одно дело, когда кто-то там кого-то, ну не знаю, ударил там или что-то еще, ну какое-то конкретное насилие совершил, а тут слова, просто слова. И причем даже слова такие, ну, не то что оскорбил, а даже не слова оскорбительные, а тон оскорбительный. Тут даже не слова, а никаких-то плохих слов-то и не говорили, собственно говоря. Если почитать, что сказал Читракету в адрес Шивы, там никаких словесных оскорблений не было на уровне слов, но была интонация, понимаете, то есть само настроение. Вот такое вот свысока. И какая реакция? Мим, какая мощная реакция, да? Читракету, почти практически освобожденная душа, вошел в тело демона. Ему пришлось погибнуть от руки Индры. Там, ну, в общем, достаточно долго все это было, неприятно. Вот, то есть даже не за действия и даже не за слова как таковые, а за вот это вот настроение, с которым были сказаны слова. Эти сыновья Маричи и этот Читракету, и еще там примеры всякие разные. Но самое интересное, что тот же Читракету, он воспринял это нормально, когда он понял, что с ним произошло такое отрезвление в него, так сказать, некоторое, как вот самолет летит, думает, о, мы управляем, вот такая молния в самолет, бум, и те, кто понимает, ой, оказывается, я не такой уж управляющий этим самолетом, да, есть какие-то силы и повыше, да,
И вот Читракету летит на своем этом самолете, и вдруг у него такая молния проклятия от Парвати. Бум! И он сразу же, так сказать, путешествие было испорчено, потому что он понял, что будущее его несколько омрачено вот этой вот ошибкой, казалось бы, мелкой. И срок заключения в материальном мире продолжается несколько, так сказать, все затягивается. Это говорит о том, что контроль ума, контроль речи, эти побуждения вача-вега, джихва-вега, манаса-кротха-вега, то, что в первом стихе «Нектара наставлений», это не только хорошо для духовной жизни, это также повышает нашу безопасность, наше собственное благополучие в этом плане, защищает человека. И далее здесь еще одна интересная вещь. Когда Кришна разговаривает с Бали Махараджем, он говорит: я заберу сейчас этих шестерых сыновей Деваки, потому что она сокрушается. Здесь вот такое слово матри-шока, матри – это мать шока, ну шока – это шок, да, вот это вот негативная эмоция. Итак, у нее по-прежнему матри-шока, то есть она по-прежнему в печали находится в связи с потерей своих детей. И он говорит, что вот я их заберу, а потом, вот он говорит, мы хотим забрать их отсюда, чтобы рассеять печаль их матери, затем, освободившись от последствий проклятия и всех своих страданий, они вернутся домой на райскую планету. Вот, то есть вот они оттуда, да, где они с Брахмалоки были, Сатьялоки, и пришлось им побывать везде, так сказать, вот и у Хираньякашипу, и у Деваки Свасудевы, и у Бали Махараджа. Вот, скажем, это все просто их насмешка, чего им стоило, да? То есть как их это вовлекло в какие-то, так сказать, метаморфозы, там, трансформации и так далее. Говорят, теперь они вернутся. Вот, то есть фактически они сами создали этот цикл, через который они пришли. Они сами создали этот цикл трансформации, этих всех переходов, перерождений, проклятий, всей этой боли и всего прочего. То есть это все не просто какие-то страшилки, а это то, что учит живое существо ответственности. Отвечай за свои мысли, отвечай за свои слова, отвечай за свои поступки, тем более. И для того, чтобы живое существо могло за это отвечать, оно должно обладать знанием и навыками контроля своей природы. Иначе мы просто будем заложниками каких-то естественных реакций. Да? Если вам попала пыль в нос, вы чихаете, как вы можете не чихать? Да? Вот, то есть здесь есть какие-то вот естественные реакции. Если вам попало солнце в глаз, все, вы зажмурили глаза, в темноте наоборот у вас раскрыли. То есть есть такие реакции, которые мы не можем контролировать. Вот, но есть реакции, которые мы можем и должны контролировать. И вот это, пожалуй, самая большая аскеза, аскетизм речи, аскетизм ума, потому что оттуда все это идет, вот эти вот импульсы. И мы начинаем что-то такое чувствовать, потом начинаем свои чувства облекать в определенные слова. И теперь вот все, слово как воробей, вылетело, не поймаешь, как говорится. Вот. И теперь приходит какая-то определенная реакция. Поэтому все то, что касается великих личностей, Брахма, Шива и так далее, их действия могут показаться нам несовершенными в чем-то там еще. Но мы должны понимать, что эти личности являются непосредственными инструментами в руках Верховного Господа. Это те, через кого Он делает важные дела. Вот. Поэтому если такие личности, как нам кажется, ведут себя, может быть, не совсем идеальным образом, а у этого должна быть какая-то более высокая причина, и поэтому прежде чем реагировать привычным образом, как мы привыкли реагировать, вот, нужно немножко подумать. Ну и вот этот вот момент, что Деваки оказалась своего рода таким транзитным заложником в этой ситуации, то есть для этих вот всех Маричи и так далее, появление в семье Хираньякашипу, потом появление в семье Деваки Васудевы, это был просто транзит.
вот, вследствие этого их проклятия, да, туда-сюда они двигались, потом они к Бали попали, потом Кришна пришел за ними освободить. Вот. Но для Деваки она это не воспринимала как транзит. Какая мать считает, что ребенок, родившийся у нее, он тут так транзитом, понимаете? То есть по факту это так. Он откуда-то пришел, здесь отметился, мать его вскормила, воспитала, так сказать, там, приодела, благословила и отправила дальше. Да? Вот, но такова реальная картина вещей, что мы связаны с другими живыми существами ограниченной ответственностью, какая-то роль матери, отца, кого-то там еще, вот это ограниченная ответственность. Но поскольку у живых существ есть привязанность, то мы имеем тенденцию привязываться к тем, в кого мы вложили, кого мы любим. Да? Вот. И мать, естественно, привязана к своим детям, и вот она думает, ну как же так, вот они там в младенческом возрасте, вообще мне не удалось с ними получить в отцали расу. Вот. И поэтому она сокрушается, потому что дети рождаются, это не просто, скажем так, увеличение населения Вселенной. Вот мало кто думает, что мой ребенок – это вклад в население Вселенной. Все думают, это вот существо, с которым я развиваю в отцали расу. Это мой сын, это моя дочь, все, вот мы общаемся. Значит, они меня радуют своим там лепетом детским, да, чем-то там еще. Вот, я помогаю им, все. И вот наша раса, в отцали раса, ребенок и родитель. То есть мало кто думает, что вот я тут это самое… кую кадры там для того-то. Это все люди просто хотят расы отношений. И поэтому, хотя для этих сыновей Маричи это был просто временный транзит, они не думали, что там, ой, мать, Девик, ну, младенец, что он там понимает, мать там все равно, что в таком состоянии. Вот. Но Девики сумела, успела привязаться, и поэтому Кришна говорит, вот раз у нее вот, это вот этот шок, да, то я хочу матри шока панутая, я хочу избавить от этого. Избавить от этого. Вот, их избавить от проклятия, а ее избавить от этого ощущения неприятного. То есть то, что она не получила, то, что она ожидала. И они вернулись, Кришна вернул этих шестерых сыновей ей на какое-то время, чтобы она вот это вот свое материнское чувство удовлетворила, а он говорит, а дальше все, локам ясянте веджварах, они вернутся опять на свою вот эту вот локу, из которой они пришли, с брахмалоки, собственно говоря. То есть мы видим, как наши мимолетные страсти, привязанности и так далее, они являются такими маленькими частями более глобального сюжета, где вот это описывается история Вселенной, все вот эти вот перипетии, скитания живых существ. То есть мы видим, как, когда вот это вот малое становится частью большого, то как-то все спокойнее воспринимается. Допустим, в среду в кафе лекцию я читал, там тоже ну, описывалась судьба этих женщин, Гандхари, которая потеряла своих 100 сыновей на этой битве Курукшетры. И там говорилось о том, как Вьяса ее утешил, потому что Вьяса, он же был отцом Дритараштры, то есть ее мужа. То есть фактически Дритараштра – это сын Вьяса. Вот. И естественно, что после этой битвы на Курукшетре они пребывали в большой скорби, всех 100 сыновей своих потеряли. Вот. Но Вьяса им дал картину, видение, что, смотрите, не о чем печалиться, они уже на сварге. Все же 100 сыновей на сварге. И мгновенно печаль проходит. Понимаете? То есть как бы наша маленькая картина, ограниченная, да, от рождения до смерти, она оказывается маленьким таким мазком, штрихом в большой картине. И вот это вот расширение сознания, эта большая картина сразу же меняет восприятие всего. Вот. И Гандхари и Дритараштра находились в состоянии скорби. После того, как Ясадева показал реальную картину, все, они успокоились. Он говорит, теперь займитесь собой, своей духовной жизнью. Да? И они ушли в лес, там уже достигли совершенства. Вот. То есть это сознание Кришны, метод сознания Кришны. Когда мы видим свою жизнь со всеми ее, так сказать, радостями, печалями, какими-то там транзитными ситуациями и прочими причинами и следствиями,
когда мы видим, что это маленький мазок, маленький штришок в большом вот этом вот таком эпическом полотне творения Вселенной, в истории мира и так далее, какие-то, так сказать, какая-то роль, какой-то смысл во всем этом есть. И когда вот такое понимание к человеку приходит, меняется его восприятие, отношение сразу же. Вот. И он успокаивается, он понимает, что все в руках Кришны. Человек может эмоционально чувствовать себя потерпевшим, да, что там вот, дети там погибли, что-то еще, вот, как Деваки или та же Ганхари. Вот. Но когда вот это вот восстанавливается духовное видение, духовное понимание, то человек начинает понимать, что причина его скорби или проблемы является некоторое невежество, которое проявляется в том, что человек видит ситуацию ограниченно. То есть не видит всей картины. Вот. Поэтому метод сознания Кришны в том-то и состоит, чтобы к нашей, может быть, не самой удачной и лучшей жизни добавить идеального Кришну, который создал закон причины и следствий. И он показывает нам теперь просто какие-то вот наши ситуации, с позиции причины и следствий, и самое главное, это то, что он показывает нам наш путь, вот, как путь может привести нас вниз, как путь может привести нас вверх, зависит от как мы себя ведем. А совершаем какие-то неподобающие вещи, все, мы внизу действуем правильно, мы наверху, то есть так устроена Вселенная. Это не просто какая-то география, да, что один живет на верхнем этаже, другой живет на нижнем этаже. А у одного окна выходят, так сказать, на мусорные контейнеры, а у другого там какая-то замечательная панорама. Да? Это не просто так. Вот. А это происходит в связи с сознанием живых существ. Поэтому и говорится, что высшие эшелоны Вселенной – это миры благости, где живут мудрецы. Вот. Средние – это гуна страсти для людей, которые ищут вот сиюминутных всех этих наслаждений, глубинные вещи им недоступны. А самый низ Вселенной – это вот люди, которые довольствуются наслаждением чувств в невежестве. Вот. И поэтому вот эта вот вертикаль, что называется, или расположение этих вот гун, этих миров, оно связано с сознанием живых существ. Изменяешь сознание, меняется обитель, сфера. И так вплоть до духовного мира. Поэтому все это нам нужно, все эти истории мы читаем не просто для того, чтобы следить за сюжетной линией, а для того, чтобы делать определенные выводы для себя, что это нас касается также, это история других людей, вроде бы каких-то там событий, вот, но законы все те же самые. Смотрите иллюстрации, такие, можно сказать, философские иллюстрации ко всем этим вещам, для того, чтобы мы учились, делали выводы и не совершали подобных же ошибок. Хари Кришна. Да, пожалуйста. Совершенно очевидно, что есть различия. Допустим, если кто-то кого-то там на улице поругались, кто-то кому-то на ногу наступил или что-то еще, там, обрызгал из лужи, да, машина проехала, ну, там что-то поругались, повздорили. Да, ну, так, вот. Вот, а если какие-то вещи происходят, оскорбили, не знаю, там, первое лицо государства или еще что-то, последствия будут несколько иные. Вот, поскольку человек несет другую ответственность, занимает высокую роль. И поэтому совершенно очевидно, что чем более, скажем так, высока личность, по отношению к которой мы себе позволили там какой-то комментарий или что-то еще, вот, тем больше у нас риска попасть. Это тоже в ситуацию, потому что мы не знаем, так сказать,
ну, понятно, что Кришна использует все, потому что все есть инструментами, являются инструментами в его руках, вот, но просто уровень задач разный. Допустим, через Брахму он творит мир, да, вот, через Арджуну он побеждает на Курукшетре, через кого-то там еще он что-то еще делает. Вот, то есть все являются инструментами в руках Кришны, но каждый участвует в том уровне задач, на который он квалифицирован, понимаете? Вот. И поэтому мы видим, что, допустим, управлять, ну, не знаю, там, своей квартирой, ну, может каждый, более или менее, да? А управлять страной уже может не каждый. Вот. И, соответственно, вот, когда личности вовлечены в какие-то такие масштабные процессы, это обозначает, что это инструменты, ну, скажем, такие более... более возвышенные или более какие-то, так сказать, уже, не знаю, привилегированные в руках Кришны. Вот. Смысл не в том, чтобы перестать вообще на все реагировать и все комментировать, и вообще лучше, так сказать, не мыслить, вот, не дай бог, там что-нибудь сказать. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, чтобы мы понимали, что... Вот вам, пожалуйста, высший мир, Брахма, его внуки, вроде бы все возвышенные личности. Тем не менее, происходят вот такие вот вещи даже там. Вот, то есть нужно понять, что от закона кармы не свободен никто. Вот, но степень реакции, конечно, будет разная. Человек, проштрафившийся там где-то по мелочам, ну, он получит, не знаю, там, штраф 15 суток, там, мелочи, да? Вот, а человек, который по-серьезному, вот он может вот так, как если вот шесть сыновей Маричи влететь там или лечить ракету. Вот, поэтому здесь нужно понимать сам принцип. Остальное – это уже детали. Вот, мелкие масштабы или там простые какие-то люди, ну, реакции будут всегда, то есть это принцип, реакции будут всегда, это абсолютный принцип. Вот, потому что нужно понимать так, что для того, чтобы кого-то осуждать там, или что-то еще, нужно иметь полномочия. В первой песне Шримад-Бхагава там вот эта вот известная история, когда Парикшит встретил вот этого быка Дхарму с перебитыми тремя ногами из четырех, и он стал спрашивать... Он говорит, кто это тебе так, да? Вот. И этот бык Дхарма ответил, трудно, говорит, сказать, кто. Потому что непосредственно можно сказать, что вот это вот палка, да? Но палка сама бить не может. Значит, вторая причина, человек, у которого в руках палка. Но это может быть тоже не причина. Может быть, какая-то еще другая причина есть, почему этот человек с палкой тут оказался и стал меня бить. Да? И поэтому, вот так вот анализируя все эти вот причины, в конце концов, Дхарма сказал, что указывающий на преступника, он сам преступник. Потому что, если у него нет на то полномочий, если у вас нет полномочий прокурора, если у вас нет полномочий ямараджа, вот если вы не уполномочены, то не надо заниматься тем, на что вы не уполномочены. Вот приедет уполномоченная комиссия и разберется. Вот, комиссия, уполномоченная государством, там, правительство, государство уполномочили этих людей, все остальные не уполномочены. Поэтому если нашим мнением интересуются, нас спросят. Если наше мнение не интересуется, значит, обойдутся без нас. Да? Вот. Но поскольку живому существу всегда хочется показаться важным, вот, то мы тут все участвуем. Вот и я знаю, да, и все, вот, я видел, он виноват, там что-то еще. То есть нам кажется, это совершенно нормально, да, в этом вроде нет ничего такого плохого. Но вот, с позиции Дхармы ситуация выглядит несколько иначе. Вот, и поэтому он говорит, что если у вас нет полномочий расследовать дело, преступление, если вы не знаете всех обстоятельств, то лучше не надо. Вот, потому что, ну, сказать, в любом деле должны разбираться люди, которые учитывают все факторы. Не только там какие-то вот конечные, что мы там видели, да, вот, а также кое-что еще. Вот, потому что уровень причинности очень глубоким может быть. Вот, и наша способность видеть причины, она очень ограничена. Вот, поэтому для того, чтобы понять,
глубинные причины, в этом должен, так сказать, разбираться тот, кто стоит ближе к причине всех причин. Кришна, Кришна – причина всех причин, Сарва Карана, Каранам – причина всех причин. Вот, и поэтому на поверхностном уровне кажется, что дело обстоит так. На более глубинном уровне выясняется, что дело обстоит не совсем так. На более глубинном уровне выясняется, что он стоит совсем не так. Вот, поэтому вот этот вот соблазн, знаете, такой вот это самое, как это в Америке, суд Ку-клукс-клана, это без суда и следствия, когда-то была такая организация, Ку-клукс-клан, которые просто вешали этих самых негров черных, все. Ты черный, значит, твое место на суку, сейчас мы тебя повесим. Да? То есть какое-то мельчайшее прегрешение, эти Ку-клукс-кланцы, они их хватали, ну это уже... Сейчас такого нет, конечно, вот, но это было. То есть принцип такого быстрого самосуда. Вот, ну, сказать, как у нас в стране тоже это было, там все эти 37-й год и так далее. Быстро с людьми, там, людей десятками тысяч казнили. Что там, что там, на него какое-то есть какое-то заявление, что, ну, что тут разбираться? Да понятно, какая у него фамилия? А, ну все ясно, что тут, раз, два, три, все. Вот, то есть такой вот быстрый самосуд. Вот, и... Вот эта тенденция быстро делать выводы, не учитывая масштабы личности, каких-то разных тонких, просто для того, чтобы показать, что я такой крутой, как Бхактивинода Тхакура. Он в течение дня, он один там до обеда разбирал десятки дел, понимаете? То есть сейчас, вот, допустим, суды тянутся месяцами, годами некоторые там, сотни томов в каком-то деле. И они не могут понять, он виноват, не виноват, надо еще там какого-то свидетеля позвать, а что-то, может быть, еще выяснится. Да? И тут Бхактивинода Тхакур, человек, обладающий еще трансцендентным разумом, да? Такая личность, он просто слушает людей, он мгновенно понимает все. Он говорит, так, 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 и никто не спорил. Эти его решения всегда были вообще точные. Потому что вот такое понимание у человека, вот он был таким судьей, и он работал по полдня всего, понимаете? Вот, и за эти полдня он решал вообще наисложнейшие дела и очень быстро, понимаете? Вот, потому что вот такое видение есть, такое видение, понимание, кто есть кто. Он прекрасно видел, человек врет или не врет. Ему не нужны там этот самый полиграф, этот какие вот там детектор лжи. Он так видит, врет человек или не врет. И он может так поставить вопрос, что человек, он тут же расколется сам, понимаете? Все. Вот это называется особая квалификация. Особая квалификация. Если у вас нет такой квалификации, тогда, так сказать, может быть, лучше воздержаться от комментариев и всяких там выводов. Почему стало возможно что? У него это у кого? Почему у Читракету было такое настроение? И качествами, и знаниями, но при этом он остался пограничной душой, пограничной природой. То есть, поймите, вот это вот наше, то, о чем я сказал, очарование, разочарование, идеализация. С одной стороны, у нашей вот этой вот идеализации, у нее есть правильная причина, потому что есть некий идеал, Кришна, он действительно есть. И поэтому мы склонны идеализировать. Не было бы нигде идеала, вы бы никого бы не идеализировали, понимаете? Вот, то есть, поэтому вот эта вот тенденция обожествлять существует, потому что есть божество. Не было бы Бога, мы бы никого не обожествляли, вы понимаете? Итак, есть идеал, есть Бог, поэтому мы идеализируем и обожествляем. Вот. Но если мы это делаем в невежестве или, скажем так, не на основе своего понимания, потому что все сказали, вот святой, он святой, да, это может быть так оно и есть, но мне бы неплохо убедиться самому, что он святой, что это не просто на нем наклеено, да, может, у него просто на футболке написано, я святой. Вот. Но это должно быть все-таки, ну, реально, по качеству. То, что написали где-то там золото, как говорится, не все то золото, что блестит, понимаете, нужно немножко поколупать. Вот. И если выяснится, что это просто было по золоту, о, меня надули, оказывается, облестело ярче, чем золото. На самом деле. Вот, поэтому очень хорошо, с одной стороны, принимать его внимание, верить, конечно, говорит, но также неплохо и проверять. Вот, поэтому и говорится, что, допустим, в шастрах, что учителя нужно проверять духовно. Представляете себе, для нас, современных последователей ИСККОН, это может как аппаратха вообще звучать. Проверять учителя? Да вы что, все же сказали, что шастры говорят, должен проверять. Не кто-то там один проверил, всем сказал, ой, там, ребят, я проверил, все хорошо. Каждый должен проверять.
Понимаете? Если у учителя 10 тысяч учеников, 10 тысяч проверок. Каждый проверяет. Это значит, как аппаратха, понимаете? Ну, все же сказали, что это учитель. Шастри говорит, ты должен проверять учителя. А учитель должен проверять ученика. У нас это все заменено рекомендациями от других. А другие проверили. А ну раз проверили, мне никогда я буду проверять. Мне никогда проверять. Шастри говорит, проверять нужно. Ученик проверяет учителя, учитель ученика. Это обязанность учителя, это обязанность ученика. Но для нас это звучит просто на столе шастри, как оскорбление. Учителя проверять? Так уже ж проверили. Ты проверил? Конкретно ты проверил? Понимаете? То есть это очень важный момент. Итак, идеализация происходит, потому что есть идеал, обожествление происходит, потому что есть Бог, божество. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого, если все это сопровождается действительно здравым разумом. То есть разум нам дан для того, чтобы как раз мы определяли природу, явлений, личности и так далее, смотрели, слушали, сопоставляли с шастрами и так далее. Вот, поэтому, но также есть еще ложное эго у всех живых существ. И это ложное эго, оно как раз нас чаще всего и подводит. То есть ложное эго дает иногда ощущение такой ложной самоуверенности, ощущение, что я прав. Да. То человек говорит, потом, ну, я правильно говорю? Ну, что, правильно? Я говорю, да. То есть его ложное эго получило подтверждение. Правильно говоришь, давай. Вот, то есть у каждого человека вот это вот ощущение своей правоты, которая исходит из ложного эго. Это не обозначает, что мы теперь должны стать какими-то параноиками и сомневаться во всем. То есть если человек стоит на истинной платформе, на платформе, вот он связан с традицией, гуру, садху, шастры, вот, и к нему приходит понимание вот правильных вещей, его правота, она оправдана. Да? Но нужно понимать, что джива всегда остается пограничной энергией. Всегда. Вот, и поэтому даже человек, который всегда был прав, он сегодня может ошибиться. Как говорят японцы, даже обезьяна иногда падает с дерева. Обычно не падает, но иногда даже обезьяна падает с дерева. Вот, поэтому это обозначает, что квалификация – это не что-то такое зафиксированное раз и навеки, понимаете? Вот, сегодня человек квалифицирован, а завтра, ну что, даже, так сказать, выдающиеся певцы там могут ну, там, сфальшивить, да, где-то в какой-то момент сегодня что-то у него не то, да. Вот, поэтому любое живое существо в этом материальном мире, его, скажем так, совершенство, оно такое динамическое, оно может быть более совершенным, менее совершенным, вот, что-то такое может быть. Поэтому никто здесь, с одной стороны, не идеален, а с другой стороны, это не дает никакого нам права судить других, если мы на то не уполномочены. Вот. Поэтому Маричи, эти вот сыновья, вернее, Маричи, они стали в данном случае жертвами вот этого вот ложного эго, ощущения своей правоты, или это, вот, знаете, люди, которые ну, считают себя какими-то немножко привилегированными, да? Вот, у них возникает ощущение безнаказанности. Допустим, когда ну вот, какая-то элита общества, да, так называемые все эти вот мажоры, да, то есть люди, которые живут в заоблачной, которых не касаются законы вообще окружающего мира. Да. Если обычный человек нарушил закон, его там раз и осудили, а другой с ним тут же вступятся свои, понимаете, за этой вот верхушкой они будут защищать. Да ладно, ладно, мы там все, мы поговорим, мы позвоним главному прокурору, мы договоримся, все, мы решим все вопросы. То есть люди, которые являются частью этой привилегированной элиты, у них иногда возникает ощущение безнаказанности. А для Кришны неприкосновенных нет, вообще говоря. Это вот для блатных они говорят, мы своих не сдаем, типа там мы своих там не сажаем, что-то еще. А для Кришны, с одной стороны, все свои, но у него нет неприкосновенных. Потому что его задача, как учителя, всех учить. А не просто всех оправдать, потому что это мои все, знаете, свои. В этом плане очень важно, чтобы скажем так, человек был ну, беспристрастным. Беспристрастным. Это вот история, когда там сын Сталина попал в плен, да, и ему там предложили поменять на генерала. Он говорит, я солдат, на генералов не меняю, потому что его сын был просто солдатом. Хотя это и был его сын. Он говорит, ну я солдат, на генералов не меняю. То есть он соотнес ценность. Да? Вот это обозначает справедливый подход
в данной конкретной ситуации, мы про другие сейчас не говорим, мы говорим про конкретную ситуацию, да, что человек должен понимать, что вот, реально нужно оценивать, а не просто на основе своей привязанности. Ну и похоже, что вот эти вот сыновья Маричи, они где-то стали жертвой такого некоторого, что ли, элитного слабизма такого, да, что мы великие мудрецы, сыновья Маричи, жители Сатья-Локи, что тут нас вообще касается, да? Извините, ребята, пройдите, так сказать, через все. Вот, то есть в этом плане для закона кармы неприкосновенных нет. Вот, потому что все должны учиться и проходить через все эти вещи. Вот, и Брахма тоже получил, так сказать, свои реакции, то, что он посмеялся, ну, вернее, попытался обмануть Кришну, да, когда он украл у телят пастушков. Мы же знаем историю, да? Кем он стал? Харидас. То есть рождение в мусульманской семье, в стране, в те времена, где мусульманство не очень-то любили, понимаете? По меньшей мере, традиционное индуистское общество. То есть он был изгоем. Он был изгоем. Брахма, творец вселенной. За это оскорбление. Получил рождение в теле млечхи, человека, не следующего ведическим принципам, понимаете? Для Кришны неприкосновенных нет. И при этом он любит всех. Он не просто такой, знаете, прокурор, который там просто карает строго по закону. С другой стороны, он приходил, Кришна приходил к Харидасу Хакуру каждый день, как Господь Читания. Кришна скинул его оттуда, с Брахмалоки, сюда, дал ему рождение в семье мусульманина. Но в форме Господа Читания этот же Кришна приходил к нему каждый день, говорил, обнимал его, говорил, Харидас, там, как дела, ты молодец. Намачарья его назначил учителем святого имени. Вот такие вот истории. Да. Кто должен быть? Должен быть какой-то навык контроля за навык контроля за эмоциями. Вот тут чувство наслаждения, вот мой опыт показывает, что сколько раз получаешь по голове, ничего не учишься вообще. Сколько раз не получаешь, не учишься. Со всех этих щелей, что с ним делать, не пойму. Это говорит о том, что сами себя мы контролировать действительно не можем. Потому что вот эти вот тонкие вещи, ложное эго. Допустим, я могу вот как-то, ну, чувство своими, меня вот сказать рукой, да, вот не трогай вот это сюда, там, руки, не лезь сюда руками, я могу контролировать. То есть мне сказать своим умом не трогай эту часть, это будет сложнее, понимаете? Вот, поэтому чем тоньше элемент, тем труднее его контролировать. Внешние чувства контролировать более или менее как-то просто, да, ну, можно как-то их контролировать. Но уже контроль ума, разума, эго, то есть чем тоньше элемент, тем сложнее. Прабхупада говорит, что вот ресницы или веки, то, что ближе всего к глазу, мы их не видим. Понимаете? Вот точно так же увидеть свое ложное эго, другие мое ложное эго, они легко увидят, понимаете? Где-то у меня проявилась какая-нибудь гордость или там что-то еще, да? Но сами этого не увижу. Или увижу последний. Я последний это увижу, когда все остальные уже увидели, понимаете? Вот, поэтому... Чем тоньше структура, чем тоньше оболочка, тем сложнее ее контролировать. Поэтому здесь нужно понять, мы узнаем о том, что у каждой этих оболочек есть свое божество. У чувств есть свои божества, допустим, у речи божество – это Агни, допустим, да? У глаза, у зрения божество – это Сурья и все прочее. Вот. И у ума божество, Анирудха, у разума, Прадьюмна, у ложного эго, Санкаршана. Вот. То есть это те, кто реально контролирует эти чувства, этот ум, этот разум. Вот. Поэтому наш процесс контроля чувств, он отличается от того, что делают йоги. То есть идет процесс через бхакти, когда мы обращаемся к Кришне и говорим, ты повелитель чувств, ты Хришикеша. Я предаюсь тебе. Пожалуйста, помоги мне в этом непростом деле. И вот теперь Кришна уже входит туда, понимаете? То есть сам человек, ну что он может? Как Прабхупада приехал в Америку, он говорит, Господи, что тут буду делать, понимаете? Пожилой, маленький человек, без денег, он говорит, ну что я тут буду делать вообще и как? Мне непонятно. Он говорит, ну если ты, Кришна, привел меня сюда, значит, у тебя есть какое-то дело, да, ко мне. Поэтому я тебя прошу, войди в мой разум, войди в мою речь и помоги мне убедить этих людей сделать невозможное. То есть преданность
Не какая-то квалификация, отдельная квалификация личности. Никакой отдельной квалификации у преданного нет. Вся его квалификация – это преданность Кришне. И через преданность проявляется квалификация Кришны. И он говорит, сделай меня просто марионеткой в своих руках. Он говорит, я не знаю, этот мир, совсем другой мир, я тут, что тут делать, вообще непонятно. Вот. И дальше все, Кришна, он в таком настроении. Теперь Кришна начинает его вести. И начинают происходить определенные вещи. Раз, два, три, и что-то такое произошло. Как это? Это Кришна, понимаете? А человек, он может быть только преданным его. Вот поэтому вот эти вот попытки наши самостоятельно контролировать чувства своего эго, что-то еще, они могут быть, они есть, но мы, как вы говорите, да, мы все время, так сказать, заваливаем экзамен, да? Я там поконтролировал что-то там короткое время, потом бум, какая-то ситуация меня спровоцировала, и где моя способность контролировать? Я уже все, я уже на лопатках. Мне мои чувства и мое эго доказали, что они сильнее меня, понимаете? Вот, я говорю, ну вот я. Вот, поэтому здесь весь контроль осуществляется через нашу преданность Кришне, когда мы просим его контролировать нас. Мы стараемся со своей стороны, насколько это возможно, не то, что мы вообще ничего не делаем, мы стараемся со своей стороны, вот, но главное решающее, то есть наше усилие, его милость, вот эти вот два фактора. Николай. А вот какова степень ответственности уже квалифицированных и обученных как бы людей, представителей силовых структур, административных, должностей, когда там Абабан позвонил? Когда что? Ну, мажор. Ага. Вот. Ага. Какова квалификация этих людей, которые... Не квалификация, а степень ответственности. Степень ответственности какая этих людей, которые идут на поводу всех этих блатных и мажоров. Они должны быть привязаны к закону, то есть закон для всех одинаковый. И когда они вследствие такой круговой поруки идут на компромисс с законом, ну, фактически они берут на себя грех, ответственность, да? Вот, то есть они пренебрегают дхармой, это их обязанность следить за тем, что дхарма, она для всех одна. И когда вследствие этой круговой поруки, порочных всех этих связей, они нарушают это, то с течением времени они тоже оказываются, так сказать, уже там под подозрением и так далее. Именно почему во всех этих силовых структурах там каждый есть обязательно отдел собственной безопасности, потому что они прекрасно понимают, что среди людей, которые следят за законом, находятся те, кто, так сказать, также и делают на этом бизнес, так сказать. Вот, поэтому среди тех, кто контролирует их, тоже бывает. Поэтому нужно контролировать тех, кто контролирует других. То есть постоянно эта вот система контроля. А вот это сложно в материальном мире. Вот. Ответственность остается, и мы видим, что периодически, там, ну, пускай, может быть, даже какие-то и показные и заказные всякие дела, но тем не менее, вот, в этом плане тоже неприкосновенных святых коров нет, что называется, во власти. Вот. Если кого-то на чем-то там поймали, какое-то время вследствие его хорошей кармы ему может сходить все с рук, да? Вот. Но когда время приходит, его хорошая карма заканчивается, выясняется, что его рыльце, так сказать, полностью в пушку, и вот его теперь уже сдают, как говорится, да, вот, поэтому, ну, как говорится, знай меру, там, не заходи за пределы определенные, вот, поэтому ответственность есть у всех абсолютно, и чем выше человек стоит, тем выше его ответственность. Если вы знаете, что это вор, вот, но вы его не сдаете, потому что он вам что-то платит, фактически вы соучастник становитесь, понимаете, вот, поэтому... Да, все там сверху подмазали, там все там дали отмашку, окей, все. Но это рано или поздно выйдет наружу. А если это не выйдет наружу в этой жизни, в следующей жизни этого человека осудят, и все будут думать, что-то его незаконно осудили. Причин же не было. А все вот эти вот так называемые сейчас, почему рождаются больные дети, почему кого-то там незаконно судили, это просто потому, что в прошлой жизни кто-то не следовал дхарме, понимаете? Кто-то не следовал дхарме. И это пренебрежение дхармы, простили того, кого нельзя прощать, а судьба-то не прощает, и теперь выходит в виде вот таких различных аномалий. И в Кали-Югу слишком много, понимаете? Когда отменили смертную казнь, там какие-то послабления преступникам, это как раз и рождает в будущем кучу непонятных ситуаций, когда Кришне через закон кармы приходится решать те вопросы, которые должны были люди на местах решить.
Они это все, так сказать, спустили на тормозах, да, все. А закон кармы-то никто не отменял. Вот, и поэтому теперь начинается, эти родились там больными, эти то, это все, этого схватили, осудили незаконно. Ничего незаконного нет. Кришне приходится через свои законы компенсировать несовершенство всех этих вот, ну, современных этих дел. Вы хотите завтракать, нет? Ну, давайте, давайте. Про что? Проверка духовного учителя. Проверка духовного учителя, конечно, до инициации. А? Что проверять, каким образом проверять? Смиренное настроение. Да, как говорится, заставь дурака Богу молиться. Мы знаем, что он сделал. Да? То есть правильное настроение обозначает, я не хочу быть обманутым. Я хочу получить духовное знание, но я не хочу быть обманутым. Вот и все правильное настроение, понимаете? Вот, вы готовы заплатить вот за товар, но вы не против, но вы хотите, чтобы вас не обманули, поэтому берете товар и со всех сторон его крутите, вертите, смотрите, там открываете, закрываете, да, что все нормально. А проверьте лампочку, она горит вообще, да, он горит, хорошо, хорошая лампочка, понимаете. Вот, а если лампочка сгорела, через 3 дня вы приносите обратно с человеком, говорите, вот ваша лампочка, брак, да, поменяйте. Вот, поэтому... Это тонкий вопрос, это деликатный вопрос, без сомнения, что это не в духе вызова делается. Ну-ка, давайте, так сказать, сейчас мы своего духовного учителя это, сводим его там в бар куда-нибудь еще, посмотрим, как он реагирует, да, на то, на сё, пройдет он наше испытание или нет. Не так, конечно, проверять. Вот, то есть мы проверяем это через процесс слушания, через задавание смиренных вопросов и наблюдение. Как вот... В аюрведе 3 метода диагностики – даршана, спаршана и прашна. Даршана мы смотрим, спаршана врач щупает, смотрит, и прашна задает вопросы. Он смотрит, щупает, и что еще он там не увидел и не нащупал, он задает вопрос, спрашивает. Вот и все, даршана, спаршана, прашна, все, 3 метода диагностики, понимаете? Примерно то же самое. Примерно то же самое. Вот, поэтому здесь, скажем так, нужно просто иметь терпение и смирение, конечно же, так сказать. Нужно не выходить за пределы, чтобы, так сказать, там, тоже не попасть в эту же категорию, что сыновья этого Маричи там, и так далее. Вот, но при этом вы же не хотите быть обманутым, правильно? Вот, поэтому проверьте. Вот все. Это не обозначает, что мы должны бросать вызов. Мы не должны бросать вызов. Мы должны быть смиренными, обращаясь к учителю, что мы делаем первое, пранипат. Это смиренное вручение себя ему. Но также парипрашна, вот эти вот вопросы, наблюдения. Были времена, это было проще, потому что учитель и ученик, они, ну, где-то были рядом, ашрам, учитель, все. Сейчас это все сложнее, но принцип остается. Все, на этом, простите, мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.